Дмитрий, по итогам сегодняшней ночи, какая помощь была оказана? Как вообще, какие новости? Ну, и ночи, и по вчерашнему дню, буквально с момента начала самого пожара, здесь с первых часов были наши сотрудники, наши вышки, непосредственно активно участвовали в тушении пожара, в эвакуации людей. Вот сегодня было задействовано 9 вышек, также дополнительная спецтехника, водовозы, люди, наши сотрудники, сотрудники ЖКС. Вот. Также мы ночью демонтировали деревья, которые мешают этой работе, демонтировали контактную сеть. Мы эвакуировали людей из соседнего здания, потому что до конца не понимали, в каком состоянии в техническом здании, которое горело вчера. Вот, сейчас ведутся работы, допуска еще в середину нет. Вот, мы всеми силами это помогаем, то есть город активно участвует, все, что от нас необходимо, все делаем. Буквально сейчас также задействованы наши вышки, вот, с ними работают спасатели. Вот, так что дальше активно участвуем, скажем так, в ликвидации последствий. Людей, которых эвакуировали из соседних зданий, где их сейчас разместили? На ночь это разместили в гостиницах. Вот, сейчас как бы решаем, могут ли они находиться у себя дома, либо нет. Это уже скажут специалисты. Вот, после этого будут какие-то дальнейшие решения. А по поводу работы спасателей, как-то вы им помогали, питание какое-то организовывали? Да, безусловно, питание организовывали и весь день вчера, всю ночь и сейчас. Город обеспечивает всем питанием, горячими напитками. То есть в этом отношении, я думаю, сбоев нет, оказываем всяческую помощь. Спасибо.